Такая масштабная акция проводилась в России впервые. Всего приставы в результате этих рейдов посетили адреса более 600 должников. Кто-то, кстати, сразу рассчитывался за должностью, кого-то просили зайти в отдел для выяснения всех обстоятельств. Общая сумма взысканная составила более полумиллиона рублей. Это денежные средства, возвращенные в бюджет, это денежные средства, возвращенные гражданам, которые являются взыскателем по исполнительным листам, это денежные средства, полученные в результате взыскания алиментных платежей. То есть это только денежные средства, которые были возвращены в ходе данных рейдовых мероприятий. В рамках рейда судебные приставы прошли по адресам должников для проверки их материального положения, а также для наложения ареста на их имущество. В рамках одного из рейдов особое внимание уделялось исполнению судебных решений об изъятии водительских удостоверений у должников. Если говорить про водительские удостоверения, в данном случае в ходе рейдовых мероприятий было выявлено, установлено и изъято около 17 удостоверений водительских. То есть это решение судов, по которым водитель, лишенный права управлять транспортным средством, обязан был сдать водительское удостоверение в соответствующий орган ГИБДД. Этого не сделал, и поэтому было вынесено судебное решение соответствующее. Служба судебных приставов его исполнила. Также рейд касался исполнения документов неимущественного характера. То есть приставы проверяли, исполнили ли решение судов нарушители. По большей части люди активно пытались самостоятельно устранить нарушения. А вот тем, кто это не сделал, выдавали требования на устранение нарушений. Это касалось также сноса строений и рекламных конструкций.